пианистка Оксана Гришковец, финалистка прошлого года конкурса «Молодой предприниматель России», более 2 лет назад открыла школу искусств. А в прошлом году решила попробовать свои силы и рассказать о своем деле. Опыт презентовать свой проект, рассказать о нем – это всегда полезно, взглянуть на свой проект со стороны. То есть мы делали презентацию, я даже для себя какие-то итоги подвела своей работы, посмотрела на результат, вообще оказывается, вот что я сделала. В этой школе искусств буквально витает волшебством, и это чувствуют не только дети. Здесь обучают музыке людей с 3 лет и до пенсионного возраста. В музыкальной школе могут научить играть произведения любого уровня, например, до самых маленьких «Кузнечик». Ну а для взрослых – «Мусоргский», «Слеза». А вот предприниматель Михаил Кусков, победитель прошлого года, уверен, проект помогает вовлечь молодежь к самореализации. Сделать свое дело, то есть воплотить свои какие-то мечты, потому что любой бизнес, он начинается с идеи. Вот. Программа дает консультационную возможность людям для того, чтобы понять, как им реализовать свою идею. Конкурс проходит в 2 этапа – очное и заочное. Жюри будет выбирать участников, и уже 13 октября состоится финал в Красноярске. До 1 октября предприниматели должны подать заявку и описать свое дело на сайте «Молодежь России». Это молодые предприниматели от 18 до 30 лет, только, конечно, действующие, у которых уже есть свой сформировавшийся бизнес. И мы их ждем, у нас будет проходить мастер-класс, будет очная защита. Цель проекта, считают организаторы, это помощь развивать предпринимательство в молодежной среде. Поэтому в этом году решили, что номинаций должно быть больше, и сейчас их 8. И круг участников расширит тоже до 70 человек. И уже победитель поедет на всероссийский конкурс в Нижний Новгород. Диана Хатяшвили, Алексей Гусев, Енисей, Новости.